вот она. Привет. Чудочка. Ты где была? Привет. Ты нас услышала? Юрик, она нас услышала. Как тебе такой расклад? Привет. Это ты. Я тебя узнала. Я тебя узнала. Ты где была месяц назад? Идем к кормушке. Идем. Идем. Прилетела навстречу, ну надо же. Она к тебе, Юрик, опять. Ну идем к кормушечке, идем. Идем. И заодно споешь нам. Дима надо гонять. Да, я соскучилась очень. Ты где была месяц назад? Идем, проверим твою кормушку. Пошли. Давай, догонишь, да? Так, подожди, вот здесь, Юрий. Ты уже пошел далеко. Ну, конечно, кормушка пустая. Кто бы сомневался? Да? Пусто-пустая. Да. Вот она. Смотри. Ну, привет. Привет. Знает. Ну, конечно. О, мы с машины, мы же ей новую кормушку купили. Мы не взяли с машины кормушку. Вот она. Вот мы тебе привезли такую красивую кормушку. Купили специально для тебя. И забыли в машине. Ну, расскажи. Пить будешь сегодня? Будешь пить сегодня? Смотри, как смотрит. Птица ты наша золотая. Ну дай мне немножко в руку. Вот она к своей кормушке. Сейчас, моя хорошая. Так. Да, давай. Так. Ладно. Ладно. Пошла кинуть. Ну, давай иди сюда на пенечек. Хочешь? Иди я тебе на пенечек. Все равно тебя сниму. Давай. Давай, насыпалась. Сколько мы тебя? Полтора месяца не видим. Да? Давай пообщаемся, ладно? Ты общаться хочешь, да? Давай пообщаемся. Ну, просто пообщаться хочешь. Да? Вот так. Она ждет свою кормушку, Юрик. Ее даже на пенечке уже не очень устраивает. А нет. Ой, чудочка, иди давай. Вот так. Умничка. Хорошая птичка. Кормушечку подъела. Как куретик полетел. А это сразу насторожилось. Что? Месяц назад конкуренты нашли. У тебя не было. Кормушка была пустая, мы сейчас опять пустая. Да? Ничего не споешь? Ух ты! Ты это слышал? А, вот! У них разборки. Разборки, да там птица. Это та прилетела снизу. Она Паша полетела в свои елки. Вот-вот, вернулась. Иди сюда, вот у тебя кормуха. Судя по тому, что она сгрызла практически все со дна, она так что садится на эту палочку. Так что...
Не переживай. Юрик, да? Да? Ну все, у него здесь хорошее место. И удобно здесь сидеть. И сюда. И с этой стороны. Да. Он здесь становится. Ага, чертишка. И вот она мне здесь концерт давала тогда в прошлый раз. Знаете, веточка, палочка. Вот она. Хоть у нас красота. Вот она красота-то какая. Птица золотая. Сказочно красивая. Да? Путешественница наша. А может, действительно, тогда была плохая погода? Сидела в домике. Сидела в домике, да ну вас. Скажи. Да? Да? Вот, и кормушка там у тебя есть. И вообще молодец. Кушать быстрее, пока конкурент не собрал. Пусто, да. Вот она, а нет, не она. Показалась оранжевая грудка. Да, давай я сниму. Все подчисто. Пролазь туда голова у них, да? Все пусто. Надо же. А? Здорово, что кушать на таких углевых. Что, будешь сидеть? Давай, буду держать. Да, желательно почистить. Ну, где ты птица отсюда? Ей сейчас наша прилетит. Очень похоже. Похоже, что прилетит, да? Похоже, что это наша здесь. А что, там тоже грязно? А, плесень. Точно. Образовалась. Зачем нам плесень? И мне тоже. И у меня есть салфетки. Нужны салфетки? Да. Вот здесь сухие. У меня в кармане, конечно. Да, вот. Ну и кто здесь? Кто здесь обитает? Показывайтесь. Ой, как тихо. Ветра нет, птички поют, солнышко. Лесом пахнет. Да, есть шишка? Да, конечно. На пенечек у нас. Давай на пенечек, наверное, на этот. Да, да. А здесь не увидят эти коршуны. Да ладно. Пиши. Прилетела, что ли? Пишу. Вот она прилетела. Метишь территорию? Вот она прилетела. Ты метишь территорию, нашла нас. Вот кормушечка. Пожалуйста. Ну а кто? Конечно, наша. Только наша так дается. Вот. Близко-близко, да? Что, тебе-то мало? Это тебе... Мало? А ты, слушай, что-то только насыпал. Только она дается так. Да? На здоровье, кушай, малыш. Пчительный такой. Там еще вижу, птичка по деревьям скачет. Так, иду повешу. Кормушку. Две кормушки охраняет. Так, вспомнить, куда я еще повесила. Сюда, что ли? Да, сюда. Сюда или сюда? Вот не помню. Не помню, как она висела, Юрь. Только криворучка. Явно не там. Вот здесь она, значит, висела. Так висела, Юрик, ты не помнишь? Юрик, ты не помнишь, как висела кормушка?
Вертикально. Сидит, смотрит. Че смотрит? Подскажи, как кормушка висела. Да пускай висит как есть. Он лично догрызает полностью. Ты хочешь сказать, что научились пользоваться кормушкой, да? Да, твоя полная, проверила, полная, конечно. Ну, покажи, как ты будешь нее кушать. А, ну, все нормально, спасибо. Продемонстрировала. Ну, мне в прошлый раз, тогда, когда мы тут повесили, она мне тоже показала все. Молодец. Да, ты умная птичка. Умная, общительная птичка. Ну что, мы идем к твоему конкурентику? Ну, тут спряталась-то. Да, с той стороны. А еще звуки можно позаписывать, пока самолеты. Угу. Ты слышишь это бе? Это те, которые возле озера? Бекалки. А как овечки здесь оказались, Юрий? Сбежали, что ли? Скорее всего. Эй, я это думала. Точно. Две овечки, они еще если здесь разродятся, так будет вообще. И куда вы путь держите? Не, они там что-то на рассмотрении роют что-то или буксуют. Странно. Птички, слышишь, странные овечки. Да конкурентик не прилетел. Ты думаешь, прилетит? Конечно, там уже по... Насыпали, Юрик, мы. Вернее, ты горки такие на пенечках. Не, нету ее. Была же. Ну, туда прилетала, да. Видно, пока там наверху, она подъедает. С ее кормушки. Пенечек сразу насыпали. Ну, тут просыпали. Все подобрали? Переживали. Ну, то накушались. Она обычно оттуда прилетает откуда-то. Нет. Еще это. Вот она, привет. Дождались. Идем. Привет. И где ты была? Иди. Давай. Такие услышала. Иди на пенечек. Где она? Уже на пенечке? Ой. А, да. Я такая, все пропустила. Кормушка полная. На телефон попросить.
Неужто наша, Юрик? Ты уверен? Да, не наша. Точно нет. Но уже близко дается. Более-менее, да? Ну что? Видно, что не голодная особо, да? Видно, полакомилась. В соседней кормушке полакомилась, да? Конкурентик. Ну все, мы пошли, кормушка у тебя полная. Ты же пьет так особо не хочешь. Так только покрасоваться. Да. Мы идем к нашей общительной. Давай, до свидания. Ну вот она, ты говоришь, кто? Ты прилетела опять. Угу. Ты моя красавица. Сейчас Юрик у меня возьмет фотоаппарат, и я тебя поснимаю на Соньку. Ты моя птичка золотая. Ты мой робушек такой. Замечательный. Передам фотоаппарат. Что на камеру тебе снять? Ну, подойди, Юрик. Достану фотоаппарат. Еще попоешь? Конечно. Скажи, что ж не попеть для хороших людей? Терик-терик. Будешь петь? Тир-тир.
Да, да певец ты нас такой. Что это было? Ты видел? Что? Кушать. А, перекусить? Обеденный перерыв у певца, да? Ну, пойдем, наверное, уже сразу. Ну, сейчас чуть-чуть ее еще все. Посмотри, да, действительно проголодалась немножко. У солиста большого леса обеденный перерыв, да? Горлышко промочит. Сейчас пойдет в лужу, да? Слушает внимательно. Ты моя птица. Певец ты. Больших и малых сцен. Птичечка моя золотая. Птица золотая. Что, мы уходим? Мы уходим. Мы уходим. Вот так, да, с кормушки. С кормушки взяла. Птичка, мы уходим, пока. Спасибо за очередной концерт. Певец отменный. Пока. Моя птица золотая. Ты красивая птица. Красивая птица. Да? Ой, ой. Как нам идти надо? Через 2 недельки приедем. Наполним тебя кормушечки. Хранительница кормушек. Да? Ладно, охраняй территорию. Мы уходим. Надо идти. Красота-то такая. Все, пока. Чудо. Давай поближе. Вот так. Фокус не хватает. Мне не хочет фокус хватать. Боже мой. Боже мой, красота такая. Ой, ой. Ладно, идем мы.